цена бочки нефти впервые с 2014 года превысила 74. На пике торгов на лондонской бирже ICE цена барреля нефти Brent достигла отметки 74,43, что на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Выше 74 цена барреля поднялась впервые с 27 ноября 2014 года. Нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE подорожала к рекордному с ноября 2014 года уровню. На пике цена барреля Brent достигла отметки 74,43, что на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов, передает в четверг, 19 апреля, РБК. Отмечено, что выше 74 цена барреля Brent поднялась впервые с 27 ноября 2014 года. В свою очередь стоимость барреля американской нефти марки WTI также вышла на уровень ноября 2014 года, преодолев отметку 69 за баррель. Цены на нефть вошли в восходящий тренд в июне 2017 года, тогда на локальных минимумах за баррель Brent на бирже давали около 44. В январе 2018 года цена достигла уровня 70 за баррель, после чего произошел откат к уровню 61. В феврале восходящий тренд возобновился, 11 апреля стоимость барреля Brent преодолела отметку 73. Повышение цены трейдеры связывают со снижением запасов сырой нефти в США и сокращением поставок из Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что цена на нефть приблизилась к 74 за баррель. Новости от CorrespondentNet в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondentnet. По материалам сайта newsgro.com.